Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Очень хорошо прорабатываются косые мышцы бедра, работают. И приветик, Даша. И ягодичная мышца, вот здесь боковая, хорошо прорабатывается. За счет этого попа становится круглее. Ты еще тут? Да, я еще на спорте. Фух, я только вчера отзанималась солнцем. Ой, я сегодня тружусь. Настроение такое, честно, депрессия весенняя. Еле себя заставляю вообще что-либо делать. Вообще не хочется никаких тренировок, хочется дома лежать и кушать булочки, конфетки. Короче, надо себя перебарывать, заставлять что-то делать. Я Ксюше обещала показать упражнения на косые мышцы бедра, ну, как бы это одно из этих упражнений, но оно как бы выполняется на тренажере. В домашних условиях это немного другая схема упражнения. Вот, я покажу ее позже. Катюша, я тебя узнала, да. Что я должна, если это ты там? О, Катя, привет! Я ж в спортзале. Ну, моя слабость — это вот эта часть живота, она мне никак не уходит, вот. Этим тренажерам так и нужно еле раздвигать ноги, нет. Амплитуда должна быть как можно шире, но нет, можно сильно, просто я заговариваюсь и выполняю это упражнение. Слава, надеюсь, плита твоя. Вот грубиян какой-то, я тебя сейчас заблокирую. Я тоже на это надеюсь. Но на самом деле меня моя тренер сегодня, девочка хорошо занимается, обрадовала. Говорит, чтобы стала попа круглой, красивой и идеальной, 3 месяца занятий — это мало. Приседания уже были. Сейчас моя тренер занята. Когда она освободится, я попрошу ее камеру подержать и покажу вам упражнение без тренажера на косые мышцы бедра, чтобы качалась полностью вся ягодичная мышца, не только вот эта, ну, посередине продолговатая, но и сбоку вот, боковая. Я на тебя в инстаграм подписалась, наконец-то. Катя, мы с тобой уже 2 месяца общаемся, а ты только подписалась на меня. Я на тебя, по-моему, тоже подписана, но уже давно. Так. Я просто завела новый. А, понятно, хорошо, тогда посмотрим. Да, нужно как можно шире раздвигать ноги, но у меня, во-первых, очень плохая растяжка, во-вторых, ты о чем? Что конкретно тебя не устраивает? Обоснуй, я выслушаю твое мнение, может быть, приму к сведению, с удовольствием восприму любую критику. Хотя я сама себе самый большой критик, но все же, мне интересно твое мнение, озвучь. Ты имеешь в виду, что я сижу в перископе, да? У тебя тоже депрессия. Ну, да, весна — это такое дело. Если ни в кого не влюбляешься весной, то депресняк тебя просто пожирает. Леди, я... Как тебя зовут? Потому что это уже конец моей тренировки, одно из самых последних упражнений. Вот.
мне 26 лет, я уже давно тут сейчас занимаюсь. Так увлекаюсь. Не, ну чего, я очень классно чувствую. Как наркотик. Не расстраивайтесь. Да? Это уже, знаешь, на каком, на последнем издыхании упражнения, когда я прихожу только... Ну, вообще я тоже как бы в перископ не выхожу во время тренировки. Это просто я общалась через девочку, и она меня попросила записать пару упражнений для косых мышц бедра, ну, для боковых вот этих, потому что она прорабатывала только заднюю часть. И, ну, там еще много было ошибок. Вот. Как бы я сейчас не претендую на супер-пупер упражнение, просто говорю, что вот такое упражнение, как выполняю я сейчас, хорошо бы дополнило ее упражнение. Было бы замечательно, если бы совместить вот эти упражнения и те. Вот. Но просто что фишка в том, что те упражнения, ну да, махи в сторону, те упражнения, которые я выполняю сейчас, без тренажера выполнить сложно. Ну, невозможно, в принципе. А чтобы прокачать эту мышцу, можно немножко другое просто упражнение использовать. Сейчас я покажу. Свет, а можно тебя попросить камеру подержать? Я покажу на боковой мышце бедра упражнение. Можно? Здесь? Ну там, на той штуке. Сейчас, подожди, я включу человека. Хорошо. Сейчас, Ксюш, я тебе покажу одно классное упражнение. Я опять же не претендую, что это супер тренировка на то, чтобы ну прям вот именно только так и никак иначе. Просто вот к тому, что делала Ксюша вчера, очень классно было бы дополнить еще вот этим упражнением. Очень классно. Тогда было бы вообще полноценно. Сейчас придет девочка. На, смотри. Привет. Привет, добрый день. Свет, я хочу вот это вот показать. Люша? Макс, ну, на вот это что? Упражнение. Как она, вот так вот перевернуть? Ну да, и сбоку. Я же тебя не буду видеть. Я же не знаю, где ты там. Вот, нормально? Да, только надо с другой стороны надо снимать. Я не знаю, может с зеркала? Как с другой стороны? Или оттуда? Блин, она как переворачивается она вообще или нет? Вот. Ничего не нажимать не ну, надо? Да, снимай просто, чтобы было видно вот эти ручки. Так слушай, так мне вот это вот нажать? Нет, все. Зай, 50. Что? Ну, по 50, наверное. Что пишет? Ну это все Света старается. А. Что, я приходите в Голливуд.